Podnosi stoku nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt swojego ludu. Niech płód nakaże mieszkać w domu i habitaculum efficineretur, spiritu sancto cooperante preparasti, dajut cuius comelatione rotamu. Чтение книги Второзакония. В те дни мои... Сие сказал я вам, находясь с вами, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас. Возлюбленные сыны, совершая ныне, как ежегодно память того дня, когда Христос Господь даровал апостолам и нам участие в своем священстве, желаете ли вы обновить перед ваш? Teraz artystyczna część z parafianami. Wykluczyli świat specjalny. Хотим поблагодарить Господа за особый дар священства наших любимых отцов, которую они принимают от людей Божьих. Благодарим вам на вас, да. И вот такой взаимно, да. Да. И вот я как бы очень много сегодня было сказано, я долго говорить не буду. Просто этот дар Божий. Эту великую тайну, которую Господь вложил в ваши руки, в ваш сердце. Я начну так, как начал отец Владимир. Так много было сказано уже сегодня. Но если разрешите, то я хотел буквально несколько слов. Вначале я от имени Генерального консульства Польши в Иркутске сердечно благодарю, чтобы не забыли, что есть еще польское консульство на Сибири, на Дальнем Востоке, в Иркутске. Спасибо большое за приглашение. И я имею честь большую передать вам самые искренние, самые лучшие пожелания в начале от господина посла Польши Krzysztofa Krajewskiego, który dzwonił, prosił, jak będę na waszym towarzystwie, to передать w начале большой привет, уважение. I w każdym górskim hańbotoku. Wiel
do mnie kwieci, na kwadrach świeci. Ale to się da dla sestry. Słoweńskie mamyczki, tych synów macie. Słoweńskie mamyczki.